Ребят, всем доброго дня. Это выпуск с Турции, поэтому погнали, сделаем обзор хаты. Рум-тур, поехали. Начинается все с коридора. Выход на улицу. Это балкон. Заходим в мой номер. Вот так вот закрываем. Ну вот эту штучку, соответственно, вставляем, да, чтобы было электричество. Это вот такая вот карточка. Вставили, значит, мы тапочки эти, значит, надели. Проходим дальше. Здесь у нас шифонер. Здесь моя аппаратура для камеры. Сейф, за который нужно платить. Шмотки, все дела. Мои ботики. Особенно вот эти топовые. Кровать. Ребят, телек. Ё-моё, телек. Ребят, сейчас покажу балкон. Вообще пушка. Вот так вот выглядит вид с балкона, друзья. Извините, у меня нет ND-фильтра, поэтому все выглядит вот так вот с пересветами. Жуть, какое солнце, блин, температура. Какая температура? Температура на улице 38. А вот это, значит, ванна. Вот так вот заходишь. Большое зеркало. Это прям классно. Ну, что тут, тазик какой-то. Кабинка. Ну, самое главное, что зеркало есть, все остальное не важно. Я говорил, самые классные ролики — это те ролики, в которых есть еда. Поэтому мы идем делать этот ролик классным. Поехали! Сейчас, ребят, будет ужин, будет различный гриль, что-то еще, короче, сейчас пройдемся, потому что я сам первый раз в данном месте. Интересно, что у них будет. Поехали на это смотреть. Я на самом деле дико рад, что хотя бы здесь по поводу съемки мозги не парят вообще. А то, как у нас было, вызовем полицию, все дела, разбирательство в суд. Не, здесь нормально. Пробовать, конечно, мы это на видео не будем, потому что у нас не фуд-канал. Это вам к Супер Стасу. Есть что интересно? Чьи пельмешки вкуснее, наши русские или турецкие? Ребят, смотрите, как будто, я не знаю, осьминог. Не знаю, я к нашим привык больше. Не, ну а так просто суховаты. 5 из 10. Доброе утро, ребят. На часах почти семерочка. Фух. Вообще никого нет. А зачем мы так рано встали? Для того, чтобы пойти в качалочку затестить, что да как. Там мы же все-таки небольшое отношение к спорту имеем, друзья. Поэтому обязаны посмотреть, что там находится, что да как. Поэтому погнали пампиться. Где-то здесь должна быть качалочка, в этих дверях. Ребят, ну что, турецкая качалочка. Сейчас будем качать и все. Самое главное, чтобы была штанга. Все, и накачаться нам можно, больше никакие тренажеры не нужны. Только штанга, ровненько имеет. Здесь она забит, а еще нет. Итак, ребят, будем качаться. Турничка, к сожалению. Вот как спинку сделать нормально? Вот number one для качалочки, вот для твоей вот такой вот спины, это должен быть турник. А там уже блины, что угодно, нужно придумать, как подвешивать этот вес. Но в первую очередь должен быть турничок. Интересно, это эхо очень сильно бьет по ушам. Здесь нет скамейки, чтобы покачать грудочочек. Гриф
Пустышка. Он пустой. Он ничего не видел. Большущий минус, что там нету лавок и грифа, блин, там единственный гриф это Z-гриф, и он полый, и он вообще ничего не весит. В принципе, там блинами можно набрать нормальный вес, но там вот дырка вот такая вот у блинов. То есть там либо что-то другое должно быть, либо просто неродные блины. В общем, вывод прост, ребят. Цените свои турнички и качалочки. Понеслась. Сейчас пойдем делать нормальный, спортивный, хороший завтрак. Омлетик, что там еще будет? Короче, пойдемте посмотрим. Яичинка по классике, один минус. Вы видели, в каком количестве масла там все обжаривается. Допустим, в яишенке, ну, около 300 калорий будет, 250-300 калорий. Но из-за такого количества масла x2 просто становится. Ну, а что еще, ребят, вам сказать? Всем доброе утро, приятного аппетита. Работаем. Съездить на Средиземное море и показать вам только бассейн, это, конечно, пипец. Поэтому, друзья, ловите! Доброе утро, ребят. Уже предпоследний день отдыха. Какая-то хрень гудит на фоне. Надеюсь, не сильно мешается. Вчера, короче, был пожар. Вот несколько кадров. Ребят, доброго дня. Вы посмотрите, какая тема лютейшая, красивейшая, пипец. Вроде пожар, что-то такое страшное, но, блин, выглядит очень красиво. Понятное дело, здесь. Горел лес. Это даже показали по новостям. Ну а так, сегодня поедем на яхте отдыхать, плавать. Будут высадки на рифах или еще где-то. Короче, посмотрим, что за красота. Поснимаем видосики, поснимаем контентик. Ну и, в принципе, все, отдых заканчивается. Поэтому, ребят, поехали. Кстати, вот опять началось, уже второй день, а до сих пор горит. Ну ладно, фиг с этим, фиг с этим. А вот на этом все, ребят. Короче, фига не получилось поехать, ибо из-за пожаров все нафиг закрыли. Поснимал контенту, поделал фоточек, да-да. Ай, блин. Че, живем дальше? Парам-пам-пам, ребят. Ну что, все, день отъезда. Сегодня лечу домой. А, кстати, да, кому интересно, это я, короче, ушатался о пол бассейна. Все. Ловите красивую нарезочку. Всем спасибо за просмотр. Счастливо.